Добро пожаловать на канал HardReset Info, это телефон Huawei P40 Pro. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве изменить дату и время. Точнее время, потому что дату уже на этом телефоне менять нельзя. Итак, переходим в меню настроек, после чего спускаемся в самый низ и выбираем предпоследний пункт «Система и обновления», после чего выбираем четвертый пункт сверху «Дата и время», отключаем пункт «Автонастройки», видим, что дату мы менять не можем, к сожалению, на этом телефоне. Возможно, это до обновления, если после обновления можно будет менять, отпишите, пожалуйста, в комментариях, потому что от нас этот телефон уедет через 2 дня. Итак, а время можете изменить на то, которое вам больше всего удобно. Вот, в принципе, и все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока!